Недавно прошел ливень. Соответственно, вечером из-за этого туман. Утром тоже будет туман. Но утром я, наверное, не смогу проснуться рано. Поэтому решил полетать вечером. Вон стекло уже запотевает. Сейчас, наверное, и камера запотеет. Ну, туман-то поснимать надо. Поэтому будем взлетать. Туман уже в перелесочках и на полях уже образовался. У нас тут еще нету, а там вот подальше уже есть. Там леса погуще, чем у нас. Поэтому там и туман. Кстати, а как высоко это облако, интересно? Как вы думаете? Насколько оно высоко? Настолько ли оно высоко, чтобы я не мог до него добраться? А если газу добавить? Вот так веселей пойдет. Это облако. О, красотища какая, вечерняя, вечерняя красотища. Уши заложило, ядрен потом. Надо было леденец взять в полет. Там покрасивее, явно. Обороты 5500, а долговременные на этом двигателе, если мне склероз не изменяет, 5800 при максимальных 6200. Но 6200 это только взлетный режим. На нем долго летать нельзя. А на 5200, ой, на 5800 можно неограниченно долго двигатель держать. Это не автомобильный мотор. Он может долго держать максимальные обороты. Ну, не максимальные, а сколько тут, процентов, наверное, 80 мощность от 6200. Маленький реверанс. Да, то облако ощутимо выше, чем вот это сзади.
Хотя, по идее, они должны быть на одной и той же высоте. Так, а что у нас с топливом-то? А, ну топлива хватит. Я полканистрочки подлил сегодня. Вот видите, на уровне облаков уже начинает покачивать. Начинает уже покачивать. Большой красоты, наверное, сегодня не будет в облаках, потому что солнце уже как-то подзакатилось. Кстати, хорошо, что сегодня зимние перчаточки одел. Я вообще не собирался в облака залезть. Собирался, наоборот, поползать по приземному туману. А видите, как получилось? Оказались облака невысоко, и возник соблазн подняться выше них. При этом подниматься надо в просвет между облаками. Во-первых, меньше колбасит в просвете, а во-вторых, камера не запотеет. Опять уши заложило, опять пришлось проглотить слюну, хотя, может быть, и зря, потому что шум мотора после этого стал громче. Так, ну вот, вот где-то, тут какие-то что-то облака все на разной высоте, эти внизу, вот те намного выше, чем я лечу, одна луна на месте стоит. О! Какой там штырь торчит, смотрите-ка. Пойдем посмотрим на этот штырь, хотя он, наверное, далеко. До этого штыря-то мне чохать и чохать. Зато он солнышком освещен. Да, до этого штыря, наверное, километров 7, а может быть больше. Ты башкой-то крути помедленнее, а то зрители ругаются потом, что кадр гуляет. А мне хочется по сторонам посмотреть. Везде красотища, не знаю, в какую сторону смотреть, поэтому башкой и кручу во все стороны. Так, обороты все еще 5500, все шикарно, но, к сожалению, солнышко уже закатилось, и вот эти облака не подсвечивает. Но все равно вид шикарный, согласитесь. Но я до того штыря пока лечу, солнце совсем сядет, поэтому смысла нет. Давайте лучше здесь поползаем. Надо было хотя бы на полчасика раньше взлетать. Там поле белое, туман весь затянул, все поле. Так, что тут по высоте-то? 850 метров. 850 метриков. Да, с красотой сегодня не очень, потому что солнышко уже все. Ну что ж, надо любить природу в любом ее проявлении. И в сумерках тоже.
А мы все еще набираем скорость-то. Ой, эту скорость, высоту. Сейчас обороты сброшу на вот так примерно. 4400. Вот на 4400 мы идем в горизонте, видите? То есть без набора и без... Вот пошло снижение. Значит, надо добавить 4600. Так, большие облака кончились. Ну давайте вот так сделаем панорамку. Посмотрим на этот штырь, до которого сегодня не получилось долететь, потому что до него далеко, как я уже сказал. И солнце уже сядет, когда мы не долетим. Он будет такой же серенький, как вот эти облака. Опять проглотил слюну, опять стал звук громче. Вот так вот примерно. Thank you.
вот. Небесный вояж по облакам можно считать удавшимся. Начнем процесс снижения. Пройдем между этих двух облачков. Тра-ля-ля-ля-ля, трапеция загуляла сразу. Термичка уже кончилась, но остаточные явления имеют место быть. Не знаю, как будет видно на мониторе, а так глазами-то еще не очень темно. Можно было, конечно, камеру переключить в ночной режим. Тогда, наверное, было бы получше видно в сумерках. Ну, в принципе, в редакторе потом, если будет темно, я осветлю кадр. Луна, половинка. Видно? Вон. А тут у нас что за просвет? Да, солнышком было бы, конечно, вообще шикарно. Ну, что есть, то есть. Навигатор сегодня опять кривляется. Непонятно, где лечу. Какие-то дороги, какие-то речки. Какое-то болото. Ну, где-то у нас. Где-то в наших краях. Перегрузочка-то вжимает в креслице.
4 метра в секунду снижение. Четыре с половиной. Пять. Шесть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то я весить стал больше, чем на самом деле. Надо немножко ослабить. О, ниже облаков уже. А, стекло, смотреть, запотело. Наверное, и камера запотела. Значит, надо еще ниже снижаться. Там, наверное, влажность меньше. Хотя вечером-то с чего она будет меньше-то? Давай отпотевай стекло. Потому что на камере то же самое, наверное. Да, слушайте, на 5500 бензинчик-то жрется хорошо. Подзажрало бензинчик-то. Ну, я, правда, и долил немного. Я не планировал сегодня долго-то летать. Поснимать туманчик над речкой, попробовать. Я эту местность не помню, может, там столбы где-нибудь. Если только не очень сильно снижаться, тогда, наверное, можно и поснимать. 16,8 градуса. И прогноз на дождь, вон, видите, тучка показывает. Так, машинок нету, попугать некого. Значит, будем снимать туман. Туман, туман. Какая-то песня есть такая про туман. Да, сверху-то еще что-то видно сквозь туман, а снизу тут ни хрена не видать вообще. Поэтому снижаться, конечно, до уровня столбов, кстати, вон провода, до уровня столбов снижаться, а вот и столб, не будем сегодня. Вот еще один столб. Ну, на высоте двух столбов, может быть, трех, я лечу. У столба какая высота? 8 метров, наверное. 8,3, 24. Ну да, прибор примерно столько и показывает. Вот здесь столбов нету. Здесь мы можем разогнать туман, а потом с передней камеры посмотреть, как он разогнался. Видно, не видно? Надеюсь, что видно.
вон наш штырь, до которого мы не долетели. Он еще больше вытянулся. А тучи убежали туда, здесь чистое небо. Вовремя я их поймал. А с той стороны новая тучка чешет. Не зря барометр-то дождик предсказывает. Значит, к ночи тучка придет к нам. Это я все одним кадром снимаю. Ничего себе, такой длинный ролик получится. Ладно, сделаем промежуточную остановочку. Нормальные люди уже спят, а ненормальные по облакам ползают и по туманам. А чё машин-то сегодня нету? Сколько летаю, ни одной машины не вижу. Бензин всех подорожал. Аисты еще не спят. О, видите, выводок какой. Интересно, молодые аисты уже умеют летать? А то их сейчас спугнешь, из гнезда выпорхнут, а обратно подняться не смогут. Нехорошо получится, поэтому пугать не будем. Пум-пурум-пум-пум. Но пока выключаемся. Ну вот, а местность, в которой я знаю расположение столбов, здесь тумана сильного нету. Можно было бы потуманить, а тумана нет. Вот там в конце поля поперек столбы идут. Я тут уже все наизусть знаю. Вот видите, вот один столб, вот второй, вот третий. Вот они пошли вот туда. Тут местное болото. Не, нормально, вот там в середине деревни над дорогой туман, а над полем нету. Ну вот где в жизни справедливость? И как я должен туманить при отсутствии тумана? Ну и хрен с ним. Пойду на посадку. Вот я тут покосил сегодня как раз. Ну вот. А в конце полосы туман, пожалуйста. Могу даже фонарики включить. Правда, они светят в землю. А вот так. Не те фонарики включил. Включил посадочные, а надо было взлетные.
Ну вот видите, туман, я ж вас не обманываю. Туман. В конце взлеточки. Или в начале. У меня же это начало взлета. Значит, в начале взлеточки. А вот в середине деревни, смотрите, какой густой. А там никакого прудика, ничего нет. Просто густой туман на ровном месте. Ну ладно. Все равно неплохо полетали. О, зеркало-то отвинтился винтик. Смотрите, какая предпосылка к авиационному происшествию. От вибрации винтик отвинтился. И зеркало опустилось. А если бы второй отвинтился, оно бы потерялось. Надо на стоп резьбу будет поставить. О, видите, вот так оно было. Один винтик от вибрации открутился. Так, так, так. И вот так. Заглушили. Спас-систему зачековали. Точнее, ручку спас-системы. Ремень расстегнули. Регистраторы выключили. И питание. А вот это ЧК спас-системы.